Гаджетомания — это не мое, на самом деле. Я подвижный такой человек, люблю спорт, соцсети — это не мое. Я там, бывает, захожу, музыку послушаю, привет-привет, там, если телефон куда-то затеряется, там есть какая-то связь. Не гонюсь я за этими соцсетями, поэтому не ко мне вопрос. Мне не очень нравится, да, когда ездишь в метро и смотришь, и каждый человек сидит в телефоне. И уже просто привычка уже какая-то, да, все раз, телефоны встали на месте, достали телефон и посмотрели. Просто бывает, даже заглянешь ним, а он тупо щелкает какие-то простые там функции. И выключает обратно телефон, но обязательно посмотрит, да. Ну, вот привычка 21 века.